Всем здравствуйте! Вы на канале Raventa Handmade, меня зовут Татьяна. Я продолжаю показывать работы моей бабушки, и сегодня у нас третья часть серии «Фамильные рукодельные реликвии». Итак, первая работа на сегодня – это подушечка, наволочка для подушки, вернее, украшенная вязаным ажуром. Вот эта часть находится сверху подушки, то есть снизу там застежечки. Наверняка под наволочка тоже шилась бабушкой, может, ну вручную вряд ли, конечно, машинка точно, помню, была, и она до сих пор работает. Тоже тоненькие ниточки, красивая филеечка и ромбы. Вот очень тоненькая, хорошая работа, хорошо сохранившаяся, без каких-то дырочек, потертостей, оторванных частей, в общем, в замечательном просто состоянии. Когда я достала из сундука вот эти две штуки, я долго недоумевала, что это вообще такое, что это за заготовка и что из этого планировалось делать. И только когда я увидела вот наволочку, я поняла, что это наволочка для подушки будет. То есть ведь здесь сделано две заготовки. Это был бы комплект для подзора, который я показывала в прошлой части. У него точно такой же узор на кайме, те же ниточки молочного цвета. Я просто балдею от этого узора, от этого вязания мотивами, соединения. Ну, просто шикарно и бесподобно вообще смотрится. И я думаю, что, конечно, наволочка была бы просто шикарная на подушку. Жалко, бабуля, видимо, как-то не успела, не дошли руки у нее сделать это. Было бы очень красиво. Вообще у нас дома было практически всегда вот все кровати, все это было всегда прибрано. Красивые покрывала, красивые подушки украшены, наволочки и все прочее. Третья работа – это рушник. Подозреваю, что это с бабулиной свадьбы, вроде так мы с мамой выяснили. Значит, я не знаю, как насчет сшитой части, это было сшито самими кем-то, там, не знаю, бабушкой или ее мамой, вот. А низ связан, то есть вот эта вот часть с каймой, она связана, вот, которые кругляшочки, это кружево фабричное, это не ручное вязание, а вот эта вот часть, которая ниже, она связана. Причем вот это вязание, это самое, наверное, тончайшее из всей той кучи, которую я достала из сундука. То есть это просто вообще невероятно. Я не знаю, вот какие это были крючки размером, потому что оно настолько тонкое, что я сначала подумала, это фабричное какое-то кружево. Просто нереально. То есть вот эти вот столбики в одном моем пальчике, посмотрите, сколько столбиков. То есть оно гораздо тоньше и ажурнее, чем все предыдущие вязания, которые я вам показывала. Ну, а уж там про просто столбики я вообще молчу, которые без накида. Это там под лупой, мне кажется, только рассматривать, чтобы такое связать. В общем, смотрится просто шикарно. Красивая, тончайшая работа. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии проекта я покажу салфетки. И на этом про вязание мы закончим. Но не торопитесь, потом нас ждет видео про вышивку, и там тоже много красивого и интересного. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч, пока-пока!